Доброго времени суток зрителям, членам, гостям нашего канала. С вами Руси, вы находитесь на канале Роли Гейм Онлайн. И сегодня мы с вами в рубрике Геймплей Летсплей рассмотрим игру под названием Gunscore и Cannoli 2. Это продолжение ответственно же Gunscore и Cannoli, который вышел впервые в 2015 году. Данная же игра, которую мы будем рассматривать сегодня, вышла в 2018 году, если я не ошибаюсь, 2 марта, то есть совсем-совсем недавно. Значит, эта игра нам рассказывает о мафиозе, которая в 40-е или 44-е года во время войны, как мафия разбиралась с мафией. В общем, давайте просто посмотрим заставку, и я думаю, вы все поймете. Так как я играю, в принципе, в первый раз, давайте возьмем средний и играть. И посмотрим, что у нас это выйдет. В заставке я буду молчать, а вы будете смотреть. So this is supposed to be the great Vinnie Cannoli. That's right, Louis. They call him the tyrant of Thugtown. Oh yeah, never heard of that place. You're kidding me, right? Who's never heard of the Thugtown incident back in 28? No, what about it? Nobody really knows what happened over there. But the story goes that the local gangsters peddled some bad hooch, turning the entire city into a bunch of crazy cannibalistic freaks. Wow, for real? Yeah, I kid you not. Zombies did. In the end, the army gassed the entire town with everyone in it. The whole area has been quarantined. That's freaking whack, man. So where does our little pal here fit in? Well, there was only one guy who miraculously survived the whole massacre. Didn't have a scratch. They say he must have done some nasty stuff to get out of there alive. The government tried to make him do time, but in the end, the whole incident was swept under the rug, and therefore all charges against him were dropped. Wow. Seems like quite a fella. So, Tony, who was that guy? You kidding me, Louis? We're looking at him. Wow, you're joking, right? He doesn't look so tough now, does he? Just untie me and I'll give you a demonstration. He's got a big mouth, that's for sure. I got the chainsaw right here, Tony. Let's make this a night to dismember. Good one, Louis. But no can do, my friend. The Dark Don wants him alive, but we can straighten him out a little bit first. You guys are freaking hilarious, you know that? Well, yeah? How's that? Because you really stink at tying ropes. Forecast for you, Louis. It's gonna be bloody. Bloody with a chance of body parts. Пушки, кровище и печеньки. Дословный перевод названия этой игры. В общем, загрузка, и как вы понимаете, мы играем за Cannoli, мистера Cannoli, который сейчас будет всех рубить с помощью своей бензопилы. Ну что ж, начнем. Значит, управление ВСД, точнее АД влево-вправо. С помощью мышки крутим по кругу, поворачиваем нашего персонажа в соответствующую сторону. И пробел, прыжок. Ну, это понятно. Хорошая такая музычка. Так, нажмите Space два раза в воздухе, чтобы сделать двойной прыжок. Ага. Ясненько. Получи. Веселая такая игра. Санта-Клаус упал. Скелет Санта-Клауса. Опа, мужик. Со стулом. А можно как-то стула подобрать? Нет, стула подобрать нельзя. Точнее, стул. Получи. То есть настоящий такой гангстерский приключенческий боевик. Море кровище.
Если верить обзорам, точнее не обзорам, а первым мнением и информации об этой игре, которую я нашел на просторах интернета, в эту игру можно играть совместно кооперативно по интернету, то есть в сетевой игре. С друзьями, мне кажется, мочить бензопилой и других намного веселее. Или же можно с одного компьютера, то есть подключая джойстик или деля клавиатуру, наверное, на две части, можно вдвоем даже проходить. Максимальный кооператив до 4 человек поддерживает. Ух ты, пистолет. Ой-ой-ой-ой-ой. Нифига себе. Ага. Ну, понятно, что скроллом средней кнопки мышки мы можем менять оружие. Есть у нас пистолет, подобрали. Нравится, что в этой игре вот отлетают части тела, то есть вот мы так что стреляли ему голову, у него голова отлетела. Видите, это мы рубили бензопилой, руки, ноги поотлетали. То есть такая веселая детская игрушка. О, бронированная дверь. Закрывайся, дверь. Так, ладно, вроде всех убили. Еще ящик. Ага. Так, нажмите правую кнопку мышки для пинка. Отлично. Как я понял, с помощью, если мы подбираем каноли и едим его, то соответственно мы получается. Так что это такое вообще? Какой-то танк, что ли. Если мы хаваем каноли, то мы повышаем себе нашу жизнь. С двух пистолетов мы как матрица наваливаем просто. В окно можно запрыгнуть? Ага, вон в жизни есть. Dark Dawn территория. А, территория темного Дона. Не могу туда подняться. Ты. Получи. Оп, где твой пистолет? Нету, что ли? Вы знаете, очень такая веселая, добрая игра. Именно про мафиози, то есть она ненавязчивая. Я думаю, она не слишком сложная в прохождении. Если, конечно, не играть на максимальном уровне сложности. Но я так делать не буду. Так. Бич А. Походу вот так. Да, я был прав. Когда я прав, я прав. Очень эффектно здесь разрушение, взрывы, как для такой платформенной игры, скажем. Так, зажмите S и Space, чтобы спуститься на платформу. Ага. Ух ты! Это плохо. А, блин, зараза такая, получи. По ногам мы постреляем. Каноли. Еще можно так. Вот так вот. Так. Лучи. Ух ты, это что, машина? Блин, она взорвалась. Так, они нас преследуют. Получите. Все, у нас закончилось. Ой-ой-ой. Закончилось наше. Это интересно, это добил сюда поднимется, здоровяк. Да, поднимаются. Есть, отстрелили все-таки на голову. О, бензопила, вот это отлично, я считаю. Тут что? Тут просто комнатка. Перезарядимся. О, тап. Тап это у нас, как я понял, можно выбирать оружие. Смотрите, у нас есть пистолеты пока. Походу ракетницы есть, станковый пулемет, огнемет, это скорее всего Томпсон, МП-40, дробовик и какой-то маузер, наверное, или револьвер немецкий. Получите, получите. Заберем еще патроны на пистолет. Давайте попробуем один уровень пройти и, наверное, на этом закончим. Не знаю, вот я сейчас играю в эту игру, то есть, ну... Вызывают приятное ощущение, то есть понятный удобный геймплей, красивые взрывы. Бегаешь себе незамысловато, валишь врагов.
Конечно, было бы хорошо поиграть в эту игру по сети, но так как я купил ее на просторах в своем любимом, точнее, магазине по цене интернета, то для меня, конечно же, закрыта сетевая игра. Возможно, я посмотрю, сколько она стоит, если цена приемлемая. Обязательно нужно будет купить мне и моим товарищам и в нее порубиться. Мне дали Томпсон. Неплохо. Томпсон был повеселее, чем пистолет, конечно же. Кто-то там сзади. Ага. Ух ты! Машина. Вы чё такие дерзкие? Получите. Опа. Оп. Там взорвись ты уже. Ну, они загорелись. Бам. Прикольно. Интересно, где на куче шин взялся мужик с стулом барным? Опа. Пацаны в окнах. Засада. Давай. Вылазь, падла. Ага, вон еще один. Как я их ловко настрелял, вы обратили внимание? Ага, понял, по машине. Через машину нельзя простреливать. У меня можно сесть? Не, никак нельзя, походу. Жаль. Я бы сел в нее и уехал далеко-далеко. Так. У меня закончились патроны на Томпсоне. Попробуем вот так сделать. Пройти тут можно уже или нельзя? Ой, оп. Патроны. Ага, понятно. Так, Томпсон. Ух ты! Ты чё, молотого, что ли? Всё, наверное, да. Заткнулся, перестал кидать свой молотов, значит, уже перестал жить, скажем так. К сожалению, я, как я понял, я молотого не могу подбирать, чтобы не бросаться. Да, здесь нигде его нету. Сохранение. Такс, такс, такс. Интересная предыстория, почему нас поймали эти бандиты. Вообще, почему мы в мафию валим? Как я понял, по предыстории мы там каких-то зомбаков валили. Опа. Нету. Оп. Разбил нормально. Ничего страшного. Потерпит. Так, отлично. Это взял. Какие-то склады. Ну, в принципе, тут... ну, достанем. Достал. Сейчас мы пинком. Опа. Ух ты. Их тут нормальная тема. Бензопилой. Сейчас порежем. С двух пистолетов. Оп, Томпсон. Смотрите, не забрал Томпсон на самом верху. Оп. За мной, да? Получи. Там что-то лежит, там что-то лежит. Ой. Наверное, не сюда. Наверное, все-таки надо направо идти. Это что такое, кстати? О, огнемет. Шикарно. Шикарно, шикарно, шикарно. Дальше я не могу спуститься, значит, вниз. Прикольно, ага, мне нравится. А намного ли надо этому козлу синего? Да, многовато. Но он тоже загорелся. Это такое, знаете, как я понял, по типу вышибалы. Видите, все равно надо хотя бы патрона 3, наверное, получи. Патрона 3 с огнемета не хватает. Ну, я имею в виду, условно, 3 патронов не хватает с огнемета, чтобы человек загорелся. Надо хотя бы 5. Так, ладно, давайте поверху пойдем. Ага. Ёлки-палки, сколько вас тут всех.
Ой, дробовик, я даже не знал, что у меня дробовик есть. Смотрите, кто-то там еще снизу. Оп. Да, серьезно, дробовик, неплохо. Дробью валит. Как я понял, он всех сразу цепляет. Так, все. Да, все. Это было ясно, понятно. А нет, не все. Получи. Получи. Кто там еще? Да получите, хватит уже. Ну и сколько это может продолжаться? Что здесь не вижу дальше, куда мне идти будет в будущем. Закрыто все. Ага, понятно, кто окно. Он провалился. Ой-ой-ой. Что вы делали в одной параше, ребята? Мне интересно знать. Они вышли просто с одного очка, поэтому мне было интересно, что они там делали. Мне бы где-то хп взять. Добрый вечер. О! Канноли. Надо во второй этаж подняться. Забрать того негодяя для того, чтобы можно было у него автомат взять. О, тут никого нельзя пострелять через эту дырочку. Ага, понятно, shift это такой кувыркаться. Видите, даже не знал за такую возможность, чисто случайно. Ай. Я только что сейчас увидел пасхалку, он на большом экране сзади меня. Вот только что, если не ошибаюсь, мой персонаж был. Фильм они про него смотрели, наверное. Потому что он же легенда. Получи. Ну что, все? О, менты. Ёлки-палки. Получите. Так, посмотри, что делается. Вакханалия происходит полная. Так. Опа. Блин, у меня закончилась и пила, и патроны закончились. Я бросился на них с дубинкой прям. Получи, гад. Так. Есть. Пошли вон отсюда. Так. Получили. Что-то я от каноли не сильно подлечился. Меня опять чуть не убили. Может, где-то еще одна каноли есть? А, блин. Ребята, я сейчас могу очень плохо закончить, знаете ли. Хорошо, что у меня есть дробовик, который может их с одного выстрела толпы косить.
Шикарно. Если бы не он, я бы сейчас, наверное, погиб. Давайте поднимемся на самый верх. Может, там есть... Да, там есть хилка. Отлично. Потому что я вообще на краю. Пошли вон. Так. Пистолет. Ага, автомат. Отлично. Оп. Он застрял, походу. Есть. Ой, я там, слушайте, я тем шаром огромным там прям целую бойню устроил. Он залетел аж к нему этот сюда. Такс. Порталы. Ага. Блин, 7 патронов осталось. Кошмар. Что-то у меня совсем не хватает патронов на автомат, ребятки. Я, конечно, сильно заигрался в эту игру. Обычно у меня в рубрике в данной... Точнее, в данной рубрике видео проходит намного быстрее, но что-то она мне понравилась. Эта игра мне уже просто интересно дойти до логического конца миссии. Если он тут такой существует. Но я же думаю, она не состоит из одной миссии. Должна быть какая-то сюжетка обязательно. Поэтому... Так, получи. Оп, оп. Есть, оп. Опа, менты еще сразу забежали. Смотри, с щитами, блин. Вы что делаете? Мочитесь там. О, они между собой валятся, нормально. Патронов на Томпсон. Ладно, давай Томпсон. Будем встречать их с потолка. Точнее, со второго этажа. С пролета, так сказать. Так, что тут у нас? Ну, какая грустная машина. Посмотрите на ее фарку. Возвращаемся обратно. Добрый вечер, господа. Exit. Наверное, это для нас. Загрузка. О, заставка, я молчу. На этом, наверное, мы закончим наше видео. Мы дошли до логического конца. Дальше нам нужно добраться. То есть мы вышли с этой бойни. Теперь нужно добраться до барок навстречу к нашему корешу. С вами был Росси. Это был канал Роли Гейм Онлайн. Обязательно ставьте лайки или дизлайки. Подписывайтесь, если вы еще это не сделали. И до скорых встреч, ребятки. Всем спасибо и всем пока.